Приветствую вас. Честно говоря, не планировал записывать это видео, но такая новость, я думаю, вы много раз будете спрашивать, обсуждать. Провалилось голосование за недоверие правительства Яценюка. Самое интересное то, что по большому счету теперь в следующий раз можно голосовать только в сентябре. Некоторые сразу говорят, что специально сделали. Да, Луценко предложил, причем, что называется, с голоса. С голоса постоянно голосовали. Вот обращаю ваше внимание, нарушили все. Согласно регламенту, что нужно было сделать? Сначала собрали подписи, 150, подали. Там дается 4 дня. 4. Только на 5-й день можно было вносить постановление о недоверии правительству. Нет, это все сюда, туда. Нет, после Майдана вообще Конституцию Украины никто не соблюдает. Дело житейское. Итак, голосов не хватило. И здесь интрига, почему не хватило, как не хватило. Это интересно. Вот интересно посмотреть, как голосовать. Ну, во-первых, фракция Порошенко. Тем более, Порошенко сегодня призывал, чтобы Яценюка отстал. Красиво. Смотрим. Значит, фракции Порошенко в общей сложности, я не знаю, знаете вы или нет, на сегодняшний момент 136 депутатов. Проголосовали 97. Остальные, как правило, вышли. Вышли и все. Тут только единственное, некоторые интересные такие, некоторые воздержались. Среди этих воздержавшихся интересная фамилия. Такая интересная. Значит, несколько воздержались, я так и Загорий воздержался. Ему вообще-то прочили пост министра продвижения. И тут, конечно, воздержался. Бывает. Но, в принципе, вышли. Вышли, скорее всего, не случайно. Скорее всего, было так запланировано. Оценка подает, они выходят, потому что, в принципе, как бы все голосовали за. Ну, вот вышло несколько людей, и голосов не набрались. Ну, идем дальше. Значит, фракция «Народный фронт». Ну, понятно, никто не голосовал, это логично, они все вышли. Это логично. Если уже их человек, это тут даже было бы сложно. Идем дальше. Значит, у нас есть такие позафракционники, то есть не сюда, не туда, такие вот. Ну, болото. Чаще всего, когда вот такие голосования, что делают? Их купляют. Люди продажные, их купить несложно. Тем более, не всегда за большие деньги. Очень часто у них рыльца в пушку, так что их. И вот что мы смотрим. Их всего у нас 28. 20 из зала вышло. Правда странно? Не странно. Ну, некоторых, я так понимаю, не договорились. Некоторые не захотели покупать. А некоторые просили их купить. Не купили. И они вышли. Хотя, еще раз говорю, стояла цель, все 28 за. Будьте уверены, у них совести нет. Надеюсь, они все любят. Идем дальше. Ну, тут некоторые за проголосовали. Ну, фамилии я не хочу называть, потому что вы их все равно не знаете. А, вот, Гройсман, ну, спикер, воздержался. Не за, не против. Красиво. Оппозиционный блок. Ну, то, что у нас оппозиция. Вот здесь можно всех назвать. Смотрите, основная масса выше. Даже за одно парламент какой-то. Все разошлись кофе пить. Я вам рассказывал, трюк это очень хорошо используем. Когда шум делать, а потом выходят. И вроде бы как бы депутаты есть, и они вроде бы за проголосовали, но они просто вышли. Итак, тоже за оппозиционного блока проголосовал за отставку правительства Яценюка. Вот это можно назвать по фамилии. Их немного. Итак, Бойко. Ну, министр, если вы знаете, был вообще такой нефтяной магнат украинский. Бойковской вышки, если кто-то помнит. Потом Воропаев Юрий. Это юрист Ахметова. Ну, действительно неплохой юрист. И, надо сказать, должно очень грамотно. Спорить не будем. Но он человек Ахметова, все знаете. Вилку. Ну, Вилку это был министром при Януковиче, то есть при Азарове. Ой, чем он занимался? Господи, вице-премьер он был. Ну, короче, и хотел быть мэром Днепропетровска. Ну, не пустили, не получилось. Левочкин за. Ну, Левочкин это глава администрации при Януковиче. Матвиенко за. Мураев Евгений. Ну, есть такой тоже за. И Рабинович за. Рабинович за. Вот и все, остальные вышли. Как такое позиция? Не, ну, я понимаю, там интрига, конечно, закручивается. Скорее всего, если бы с ними договорились, они были бы за. А с ними не договорились, и получилось, а смысл? Ну, смысл нам голосовать, если с нами договорились.
Понимаете, если будет просто новый Кабмин под Порошенко, так нам и Яценюк устраивает. А, интрига. Тепер самое интересное, самопомощь. Есть у нас такая организация, там лидер львовский такой, мэр бывший, по-украински говорит, демократ за Украину. Ой, Жириновский он у нас. Не, серьезно. Не, неплохой человек, но Жириновский. Не хочу называть, кто его спонсор. Тем более, время от времени их меняет. Это дело житейское. Но фракция. Не, сразу говорю, да. Вот если вам что-то надо, только деньги. Все нормально. Итак, фракции 25 человек в самопомощи. И все проголосовали за, кроме одного. Вот что значит. Поработали с человеком. Да. Тут все честно. Есть депутаты, есть бывший мэр, есть лица, которых избрал народ. Есть лидер фракции, который, надо же деньги отбивать, которые вложил. Чего вы пристали? Ну, такой бизнес. А что же вы хотели? А если надо, он может проголосовать против. Это вопрос технический. Так что дело житейство. Идем дальше. Так, группа партии «Відродження». Есть еще такая. Вот они проголосовали все против. То есть там вышли, сотни. Это кое-что наводит. Это как раз еще раз подтверждает, что пока что олигархи не отказались от Яценюка. Один из самых богатых олигархов, в принципе, дал команду не голосовать. Команду исполнили. Фракция радикальной партии Ляшко. Ну, это такой демократ, выступает. Во! Знаете, смотрите, всего у него 15 человек. Маленькая. 8, 6 не было. Все остальные проголосовали в зал. Почему 6 не было? Кофе пошли попить. Ну, я так понимаю, как в любой фракции есть какие-то свои там раз. Хотя да, действительно, на сегодняшний момент Ляшко такой один из таранов, который бросает. Да, ему интересно завалить Яценюка. Это факт. Есть своя выгода. Даже не столько денежная, политическая. Это факт. Теперь, есть такая группа «Воля народ». Воля-воля. Значит, смотрите. Так, их там 20... 13, вообще непонятно, не было. Правда, некоторые потом прибежали, сказать, вы у нас запишите, мы вроде бы голосовали. Так что сделал такое. Проголосовала там, мелочевка, скажем так. 6 проголосовала за. Ну, в принципе, скажем так, понимаете, группа есть, воля народу есть, но если с ними поработали, они все были. А так как с ними плохо поработали, их всех не было. А поработать можно было. Понимаете, смысла не голосовать, если с тобой не договариваться. Какая логика? Ну, хай будет с ним договориться другой. И «Батьковщина». Ну, «Батьковщина» практически вся проголосовала за исключением, значит, там отсутствовало 3 человека. И да, один не голосовал. Саму Луценко. Самое интересное, что Луценко, это, я так понимаю, не-не, это другая Луценко, извиняюсь. Но вот такая вот ситуация. Вот так все очень просто. Вот такая у нас демократия и такие выборы. В принципе, скорее всего, была действительно, очень похоже на то, что это было специально сделано. Чтобы дать возможность не трогать Яценюка до сентября. Вполне. Потому что при желании, я сейчас говорю, можно было спокойно поговорить с этими группами, фракциями. Набрались голоса, набрались. Ну, с этой группой, с этой набрались. Но не поговорили. И депутаты из фракции, которые нужно, тоже в зал не зашли. Бывает.